следом за носителем в воздух поднимается самолет в лабораторию. Самолет-носитель с подвешенной к нему особо мощной водородной бомбой набирает высоту. За ним ведется неослабное наблюдение из различных пунктов на Земле. С экипажем поддерживается непрерывная двусторонняя связь. Десятки локационных станций противовоздушной обороны следят за общей обстановкой в воздухе. Высота 10 500 метров. Экипаж самолета-носителя отлично подготовлен к выполнению ответственного боевого задания. На параллельном курсе самолет-лаборатория. Точно следуя намеченным курсам, самолеты приближаются к новой Земле. Теперь управление полетом и связь с самолетами передается командному пункту полигона. Носитель вышел на боевой курс. Цель видна. Управление сбросом бомбы переводится на автоматику. Сигнал «Сброс». На D8 включается программный автомат аппаратуры опытного поля. Сброс! Экипаж одевает защитные очки. Программный автомат принял сигнал «Сброс» и выдает команды запуска аппаратуры опытного поля. Точно по расчету сработала парашютная система. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0! Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 километров.